В МВД Почуваши обеспокоены участившимися случаями употребления алкоголя в общественных местах. Причем иногда это происходит даже на глазах у детей. О том, чем это чревато, расскажет ведущая рубрики «Вести. Дежурная часть» Алена Николаева. Алена, здравствуй. Здравствуй, Игорь. Приведу только один пример. В Чебоксарах на Казанской набережной подобное пьяное застолье закончилось поножовщиной. И это, к сожалению, не единичные случаи. Более того, за распитие спиртного в общественных местах грозит административная ответственность. В этом году сотрудники МВД составили уже 3000 протоколов за данное нарушение. Работа в этом направлении продолжается. Под пристальным вниманием полиции Казанская набережная. Почему-то именно там частенько собираются любители красивых закатов и обильных возлияний. Мой коллега Егор Алексеев отправился в один из рейдов по выявлению нарушителей общественного порядка. Пьянство как причина правонарушений. Эта живописная столичная набережная привлекает вовсе не туристов. Эти места облюбовали любителей кальянов и выпивки. Их здесь можно увидеть чаще, чем пешеходов или велосипедистов. Поклонники дымительных смесей встречают полицейских удивленными взглядами. Стражи порядка в очередной раз напоминают: набережная не место для курения, законом это запрещено. Сотрудники хотят убедиться, что в кальяне табак и незапрещенные вещества. Поэтому отдыхающих отвозят для проверки в столичный отдел полиции. Через десятки метров очередная компания. Здесь и градус веселья выше, и людей больше. Не смущает выпивающих и ребенок. Сотрудники полиции прекращают шумное застолье. В отношении матери несовершеннолетней составляют протокол за распитие спиртного на месте совершения правонарушения. А мужчин просят сесть в служебную автомашину. Нетрезвую компанию стражи порядка доставляют в отдел для дальнейшей проверки. Меня очень расстраивают люди любого возраста, которые в нетрезвом виде по улице, простите, шляются. Конечно, это видят дети, конечно, это видят подрастающее поколение, подростки. И, разумеется, они воспринимают это как должное. Я против этого. Я хочу, чтобы молодежь занималась спортом, проводила культурно свое свободное время. За короткое время сотрудники полиции выписывают около 10 административных материалов. Отдыхающие, как один, недоумевают. Распитие пива и курение кальяна им не кажется серьезным правонарушением. А некоторые и вовсе считают, что пьяные посиделки в общественном месте разрешены российскими законами. На территории Чувашской республики участились факты распития гражданами спиртных напитков в общественных местах и на улицах. МВД Чувашской республики предупреждает, что за данное правонарушение предусмотрен административный штраф. Сотрудники полиции целенаправленно ежедневно проводят мероприятия по изъятию с улиц данных граждан. Сотрудники полиции напоминают, незнание законов не освобождает от ответственности. Нарушителям придется выплатить денежные штрафы. Набережные Чебоксар под пристальным вниманием стражей порядка будут находиться до конца летних каникул. Они по-прежнему будут проверять отдыхающих и выявлять безответственных граждан.